ответа на ваш вопрос. Я отправился в город Пенза, где с удивлением обнаружил, что, оказывается, знаменитый святой источник «Семь ключей» находится, ну, как бы это сказать, не совсем в Пензе, а в 40 километрах от нее, в живописном, как говорят, месте Шамишейского района. Ну, как видите, почти 36 километров уже позади, осталось всего 4 километра 200 метров, и я на месте. По-моему, я и на месте. Такой небольшой марш-бросок. Так, правила посещения святого источника. Запрещается громко разговаривать, сквернословить, распивать спиртные напитки. Фу. Курить. Всего ее не упомнишь. Ладно, как пойдет. Когда-то здесь на ключах произошло явление иконы Тихвинской Божьей Матери. Нашедшие эту икону люди пытались трижды перенести ее в храм, который находился неподалеку в селе Русская Норка. Но непостижимым образом икона опять возвращалась сюда. Таким образом, Божья Матерь как бы давала понять людям, что место ее здесь. И тогда было решено на этом месте поставить часовню. И теперь каждую девятую пятницу от Пасхи совершается крестный ход и богослужение. По преданию, на рубеже 17-18 веков здесь жили монахи, благочестивые монахи, спасаясь в этой глуши от мирской суеты. Однако мирская суета добралась до них и здесь. После очередного разбойничьего нападения семеро монахов было убито. И по преданию в тот же миг из-под земли стали бить семь ключей. В начале 2000-х над ручьем, куда стекаются все ключи, была построена купальня. Говорят, что температура в ручье круглогодично 4 градуса. Ну, вполне возможно. Так, на ощупь, может быть, чуть-чуть теплее. Зимой ручей не замерзает, и даже говорят, что по его берегам, по его сторонам зимой растет зеленая трава. А еще говорят, что по вкусу вода отличается во всех ключах. Пожалуй, вот это я пойду и проверю лично. Вкусное, но холодное. Пойдем пробовать дальше. Когда-то главным. И над ним построен небольшой сруб. Ой, дотянешь тут до воды-то. Главный, но холодный и вкусный. Именно
у этого ключа произошло явление чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери. И, кстати, почему-то вот пить воду из этого ключа не принято, из него только умываются. И считается, что вода в этом ключе помогает от сглазу. Соседство православной веры и язычества, столь часто встречающееся на просторах России-матушки, присутствует и здесь. Так, во спасение души своей и своего тела, искупавшись в святых источниках, вы можете увидеть не менее легендарный, находящийся здесь 300-летний дуб. Говорят, что если обойти этот дуб трижды, а потом обхватить его руками, то ваши просьбы и ваши мольбы о материальном благосостоянии будут услышаны, и оно улучшится. Но, честно говоря, мне этого делать не хочется. Я не буду.